Привет! Я, наверное, как и все девочки, люблю красиво одеваться. Но, к сожалению, с нашим графиком времени устроить шопинг практически нет. Так как сегодня выдался выходной, я решила не тратить его зря и пройтись с вами по магазинам. Раньше, когда я была, наверное, помоложе, были проблемы. Были короткие джинсы, маленькая обувь, сейчас стало много магазинов. Все находится, и вот, пожалуйста, все можно найти и одеть. Я люблю яркие и светлые цвета. Не люблю одевать темные вещи, хочется что-нибудь светленького. На самом деле, большую часть времени хожу в спортивной одежде, так как каждый день тренировки, игры, и приходится одевать спортивные костюмы. Мы высокие, но иногда тоже можно одеть. Вне спортивного стиля больше, наверное, классика. Может, брючки где-то, пиджачки, кофточки. Как и все девушки, хочется иногда на каблучках походить. Выглядит красиво. В нашей команде, наверное, все модницы. Кого-то конкретно выделить не могу, потому что все девчонки одеваются, все одеваются модно, по крайней мере, стараются. Ксюша, давайте какое-нибудь, может, платье посмотрим. Платье одеваю редко, но они мне нравятся. А сюда я вас с собой не возьму. Увидимся позже. На самом деле, играть в волейбол мне нравится больше, чем шопинг. Приходите на наши матчи и смотрите «Динамо Казань ТВ». Пока! И смотрите «Динамо Казань ТВ». Пока! Можно вообще без этого, можно просто пока. Мне тоже понравилось. Все, я же сказала. Пока.